Всем привет, с вами Алекс и сайт RimPC.by. В этом видео хотелось бы запустить Watch Dogs 2 релиз от CPI на среднем ПК, то есть посмотреть графон и сравнить FPS с предыдущим запуском, только уже лицухи. Но имейте в виду, что лицуха версии 1.09, где немножко технически там работа с оперативной памятью подправили, еще кое-какие огрехи, а релиз от CPI имеет версию 1.07. И, ну, посмотрим, какой будет FPS. Итак, ну давайте пока системки. Какие же системки вспомним? Windows 7 64 бита и выше, Proce i5 3470 или от AMD 8-ядерный с частотой 3.9 и выше, 8 гиг оперативки, видеокарта уровня 780 или R9 290 с 3 гигабайтами видеопамяти и выше. Так, на каком же ПК я буду запускать? AMD FX6 300, 6-ядерный процессор, разогнан с 3,5 ГГц до 4,3, 12 ГБ оперативки, файл подкачки отключил, он не нужен при такой оперативке в данной игре. И видеокарта Radeon HD 7870, но здесь только серия указана, но у меня 7870, 2 ГБ памяти, DDR5. Так, значит, давайте смотреть, для игры, то есть для высоких настроек рекомендована вот эта карта 780 или RDNA 290. Я сейчас запускаю на этой, на этих уже запускал, ссылки будут у вас на экране. Это чтобы вы ориентировались, то есть все, что хуже, все, что лучше, там встроенные карты и так далее и тому подобное. Чтобы вы ориентировались, какой у вас будет FPS относительно карты, на которой сейчас я запускаю. Данная табличка будет по ссылке в описании, настройка слабого ПК для игр. Все, давайте все отрубаюсь, захожу в игру. Так, ну что я в игре, давайте пока стандартно Full HD, все на супер низкое, посмотрим, какой будет FPS, потому что, ну, я буду делать по аналогии, что-то подзависло, секунду. Так, что не так, секунду. А, нет, все нормально, бывает. То есть буду делать все как с версии 1.09. Так, смотрите, Full HD, ну, капельку меньше, потому что в окне. Хотя, в общем-то, могу не в окне, по большому счету. Странно. Ну да ладно, так же было и в предыдущем видео, поэтому пускай будет капельку меньше, чем Full HD. Так, вертикалка, все, плотность пикселей стандарт и качество все супер низкое. Давайте перезагружаю игру и смотрим, какой же будет FPS. Да, к сожалению, мониторинга нету. Сейчас. Так, ну что, в игре то же самое, в общем-то, 52 кадра, но и при записи видео немножко падение до вот такого, до 35 примерно. Да, то же самое, по большому счету. Ну, конечно же, тут не скажешь, что, допустим, версия от CPI будет там намного лучше работать. И нет, такого быть не должно, потому что, как-никак, версии одни и те же. Единственное, что, возможно, версия от CPI, как и сейчас говорят, что с ней, может, будут какие-то технические проблемы. Но, с другой стороны, я пока такого ничего не заметил. То есть, пишут, что, допустим, кто-то играет, выкидывает через полторы минуты. Ну, я такого не заметил. То есть я поиграл, прошел начальную миссию здесь. То есть вполне норм, ни раз не выкидывало. Поэтому пробуйте снижать настройки, потому что, возможно, нехватка видеопамяти или еще что-то, или оперативной памяти, и происходят вылеты. Ну, пока, конечно, очень круто все смотрится. Так, стоп. Ну, в смысле, очень круто с FPS. Смотрите, FPS без записи видео, на Full HD все супер низкие, 50 кадров где-то. Смотрите, сейчас вот на FPS... А, тут же без мониторинга. Ладно, хорошо. Проц, кстати, как вы можете видеть справа, зелененькая салатовый столбик, то есть в диспетчере полностью прогружен из-за записи видео. Оперативки сейчас, кстати, вам могу сказать, сколько жрет игра, секунду. Так, оперативки сожрано 4,5 на супер низких. Ну, в общем-то, то же самое, как и на лицухе, по большому счету. Так, как и на лицухе. Так, ну что, давайте тогда я, наверное, сейчас выставлю настройки какие-нибудь. Ох, ничего себе, я не вписался чуть-чуть. Так, давайте выставлю настройки, как и на лицухе. Сверхвысокие поставлю и посмотрим, какой будет FPS, графен и так далее и тому подобное. Секундочку. Так, ну смотрите, в итоге поставил все сверхвысоко, но единственное, сбросил тени, не сверхвысоко, а высокое поставил, то что они очень жрут обычно много ресурсов. Включил туман, пускай будет по большому счету. Так, глубину резкости отрубил, размытие отрубил и еще включил обязательно временную фильтрацию. У меня, кстати, то ли из-за записи видео, скорее всего, есть так как-то зависает игра немножко. Так, в общем-то все. Ну, как видим, видеопамяти сожрано якобы 2,5 из имеющихся у меня 2 гигабайта. Ладно, хорошо, давайте. Ну, по разрешению стандартно. Давайте тогда перезагружаю игру.
Пока перезагружусь сейчас, кстати, достаточно-таки быстро все выходит, нормально. На лицензии подольше, как на лицухе. Так, секунду. Так, ну что, вот это сверхвысокие, можно сказать, на данном ПК, на данной системе. У меня на самом деле здесь показывает 30-35 кадров, это запись видео подупала, а так 30-35 кадров. И, кстати, то же самое, вот вижу, проблемы какие-то с тенями есть, ну, по крайней мере, вдалеке, если так присмотреться, то же самое, как и на лицухе. Так, ну что, в общем-то, то же самое, каких-то проблем или отличий от лицухи я не заметил с версией вот от CPI, поэтому, ну, честно говоря, но это, по крайней мере, на таком более или менее игровом ПК, средне хотя бы игровом, на низких, да, возможно, там на слабых системах что-то и будут, какие-то серьезные различия, но здесь, в общем-то, норм, все неплохо по графике. Ну, сейчас у меня сглаживание здесь как-то слабовато, мне что-то хотелось бы получше. Так, сел в машину, 20 FPS, но на самом деле у меня здесь сейчас, секунду, без записи попробую. Ну вот, от 28 до 33 где-то показывает, но это на сверхвысоких, прикиньте, 6-ядерный процессор, этот простенький AMD FX6300, 12 гиг оперативки, которые тут, в общем-то, да, достаточная видеокарта, старенькая, более-менее игровая HD 7870. Кстати, оперативки давайте глянем, сколько жрет игра сейчас. 6,8, ну фактически 7 гиг, то есть игре, да, нужно на высоких настройках на ультра 8 и больше, это обязательно. Хорошо, давайте сейчас, кстати, мне интересно посмотреть, сравнить на этих же высоких настройках, но на 1280 на 720, то есть хочу посмотреть, так ли взлетит FPS и так ли ровно будет работать, как на версии 1.09 лицухи. Да, еще же не забывайте, что если помимо того, что вы все на супер низкое поставили, снижаете разрешение до минимума, в том числе плотность пикселей. Чем ниже вы ее ставите, тем меньше нагрузка на видеокарту, игра лучше работает, но правда картинка уже ухудшается. Поэтому здесь уже ставьте так, чтобы баланс был между тем, что картинка квадратная и FPS чуть повыше. Так, ладно, давайте перезагружаю игру. Так, ну что, то же самое, сверхвысокие, только тени убрал на высокие. Получается, ну здесь у меня показ где-то 40 кадров. Ну примерно то же самое, как и на версии 1.09. Поэтому, ну каких-то серьезных отличий по игре я точно не заметил. И то, что якобы говорят, ну у меня, кстати, версия от Хаттаба. Кстати, еще от механиков, там без античита тоже нужно попробовать. Возможно, там мониторинг будет записываться. Но в то же время говорят, что якобы проблемная эта версия вышла, и нужно ждать патчи, и чтобы CPI добавили что-то. Нет, я бы не сказал, вполне себе норм идет. И чтобы были какие-то трудности, я не заметил с 1.07 версией. И, кстати, ну, FPS, как видите, вполне сейчас. Ну, это правда в тоннеле был, ну да. Ну, 40, даже без... Даже с записью видео 40 FPS на таком разрешении на сверхвысоких. Остались только ультра. И это на 2 гигабайта DDR5 памяти. Как видите, 50 FPS. Да, я не спорю, здесь нету большого количества людей, машин и так далее. А так, ну, 30-35 плюс точно будет. Ну, вот такие вот дела. Кстати, вот этот туман Сан-Франциско, который я включил. Здесь мы его можем наблюдать. Ну, давайте сейчас в город заеду, секунду. Так, ну что, вот я и в Сан-Франциско, в самом городе, пока на окраине, немножко проезжаю, до 20 упал FPS, но пока я ехал, а ниже 30 у меня вообще не падал. Да, было 31-32 там, но в основном до 40 так вот скачет, в зависимости от нагрузки, видимо, локации какие. Ну, в общем-то, норм, на средних настройках, на сверхвысоких никаких вылетов я не заметил, то есть ничего такого с игрой, вполне себе норм работает и такие дела. Ну, в общем-то, наверное, на этом пока все. Буду заканчивать. Тест такой стабильности прошел, в общем-то, неплохо. Особых различий по сравнению с версией там Uplay 1.09 не заметил. Все, в общем-то, не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК, там вы можете предлагать игры на тест, давать аккаунты. На этом пока все. С вами был Алекс и сайт rmpc.by. Спасибо за просмотр.